Так, лекция тема цели мануала. Первая будет в вводном курсе. Мануал – это документ, который представляет информацию, необходимую сотруднику департамента для исполнения его обязанностей. Департамент мануал описывает регламент действий при различных ситуациях, структуру должностей и звания, цели и ценности департамента, а также его организацию. Основная цель мануала – это предоставление необходимой информации, которая нужна для работы в департаменте. Чтобы достичь наиболее высокий результат работы, в мануале собрана вся информация о департаменте, и использование мануала для получения информации может только сотрудник департамента. Передача, копирование и распространение информации из данного мануала запрещены. Мануал является собственностью Департамента полиции штатов.